Всем привет! Вы на канале Торговый дом Автограф. И с вами колористехнолог Роза. Как часто у вас бывает, что при цветоподборе вам не хватает чистого металлика? Специально для этих целей мы разработали дополнительный пигмент QB681. Это средний металлик с хорошей укрываемостью фасовки 0,75 литров. Пигмент перед нанесением перемешивается на стойке 15 минут. Потом добавляем разбавитель в соотношении 1 к 0,8. Наносим пигмент с расстояния от 10 до 15 см в 2,5 слоя. Не забудьте просушить слои около 5 минут. Используем лак QuickLine QC7720 с отвердителем QH4720 в соотношении 2 к 1. Также добавляем разбавитель QS5220 30%. Сушим 24 часа. QB681 – это средний металлик. По размеру частиц аналогичен QBC68. В 45-й угол зерно чистое, гладкое. В 15-й угол темнее, чем QBC68. Важно отметить, что данный пигмент не отображается в рецептурных формулах программы Paint Manager XI, так как является дополнительным компонентом. Наше видео подошло к концу. Не забудьте подписаться на канал, поддержите это видео лайком, пишите в комментарии, о каких пигментах вы бы хотели узнать в следующих видео. До новых встреч! Пока-пока!